Надеюсь, этот опрыскивает тебя не на один раз. Ну, он не на один, он. Но все равно его как бы не хватит на все. У меня что-то все, ну, загнило. Сейчас я возьму пакет. Возьму большую сумку. Жаль, визуально не видно, есть ли какие-то проблемы. Блин, надо каждого протыкать. Тля. Нифига у них еще там тля есть. Я, короче, с двумя пакетами и рюкзаком. Ты куда? Пошел искать. Вот я вот эти. А может меня подождешь? Давай тоже. Да, естественно, блин, я же заебалась на этих грядках сидеть, блядь. Бесит. Офигенная игра. А че, блядь, играю в симулятор фермы или что? Да я тоже перетащу туда, перетащу сюда. Да я прям именно проверю. По-быстрому. Ну ладно, я тогда в другое место потом пойду. Не, пойдем. Когда пока ты проверяешь, ну, я пока еще бревно перетащу. Вроде бы нет проблем. Непонятно, я не знаю, я визуально так не могу увидеть, есть проблемы, нет, и надо, блин, каждую тыкать. Ой, время уже поздно, будем ночью ходить. Ремень, платок. Куда мусор, который вот я собрала и теперь хожу, куда его девать? Ну, мусор я скидываю в соседний дом, там вставит пока что. У меня ремень и платок, а они вообще бесполезны. Вот рядом с холодосом. Да, я поняла. Дом свалка. Идем, да? Не, вот смотри, можно вот эти дома, если ты их не зачистила. Да я там не помню, я вроде была там, но я не помню, что я оттуда забирала. Вот, вот эти горизонт. Я даже, а не, я с оружием и сковородой. Но у меня в обоих руках эти пакеты. Да нафига. Ты можешь в следующий дом пока пойти. Ладно. Что-то да, походу я тут все обчистила. Доски еще остались, так что это я собираю. Еще в темноте ничего не видно. Так, конечно, был фонарик. Я, по-моему, отсюда все обчистила. Из этих домов.
Ну, очень похоже. А здесь попить можно. А, вот доски. Бумажник, бумажник, может быть, сжечь можно. Может быть. Проверим потом. Уже не буду брать, ты ложка, блять, пакет. Не бери. Пакет. Ну, мусорный что, пакет бери, из него делаются эти емкости для сбора воды большие. Из мусорного пакета? Да. Как? Вон там пластиковый пакет. Угу. Есть. Из мусорного. Сейчас в крафте есть. В строительстве. Не строительстве сейчас. Надо подальше отойти, а то мы вот сейчас ходим по всем домам, которые уже два раза были. О, это, по-моему, дом. Ой, я зашла в тот дом, который... В котором ты заспавнилась? Да. Нет, в который я руку порезала и там плохо. А, это на правую кнопку мыши было построить. Оружие нужно. Ты попробуй испорченное поесть. Или как думаешь, приготовленное? Не советую. Ладно. Мне просто что-то так жутко интересно. Ну, если интересно, съешь. Нет, ты не говорила. Больницу знаем где. Шарданая. Фига. Мешок. Мешок. А, ну это просто мешок. Ну, типа, в руку взять. Типа, как по-моему. Носок как топливо идет, напомню, да? Да. Подушка, наверное, тоже как топливо пойдет. Насчет подушки не знаю. Ладно, просто не надо. Ну вот тут все дожди закончились. Я домой пойду сбегаю.
Да. Короче, я подушку, с ней нечего делать. С бумажником тоже делать нечего. Его не выбросил. В... Как я не знаю. Могу. Не. Тоже мусора прибирал. Скажи мне, какие дома ты залутала, до каких дошла? Угу. Я не знаю, я там еще некоторые вещи не забирала. Ну, по крайней мере, доски. Как курсы рыбалки выучу? Там один. Блин, хочу на рыбалку. Я тоже. Где достать палку? Там не палка, там удилище нужно. Ну, там видно, как это большая палка. Или как-то так. Прочная палка, вот. Что такое прочная палка?
Место минус гулять в темноте. Не видно выхода. Игра начнется. Что-то сидим, все, блядь, перекладываем с одного места на другое. Мусор куда-то таскаем. Игра. Ну она. Блин, я не могу тебе ответить, потому что. Рыбалку свою, на которую он никогда не пойдет. Когда-нибудь пойдет. Надеюсь, тут никакой мини-игры не будет с рыбалкой. Да не, я думаю, так же, как сбор будет. Так, вот скрепка. Супер штаны. Так, тоже. Зачистил. Это ты? Угу. Я разбил это. Зачем? Ты бензин нашел? Нет. Где? Да, блин, может, какую-нибудь тачку бы нашел бы. Хотел тачку найти. А что мы не поехали? Да, у меня и ключей нет, чтобы завести. У меня есть какие-то ключи от тачек. Только не было тыку. А сейчас пойду потыкаю их. Вспомню. Отвертку бы найти. Смотри. Чё? Я так полагаю, карта вот такая, а мы только вот здесь. Угу. И облутали вот здесь. Да. Думаю, отвертка где-нибудь найдется. Да. А причем, знаешь, откуда я пробежал? Вот сделай мини-карту. На все, насколько можно. Отсюда? Я откуда-то отсюда прибежал, потому что я бежал вот так. Вот так? Вот так. Тогда ты был. Откуда-то здесь, вот так я прибежал. Это был не реверсайд, ты не в реверсайде высадился. Это все реверсайд. Нет. Сейчас будет пауза, я тебе покажу, где я высадился. Но это не реверсайд. Ну, смотри.
Насадка на дробовик. Полный чок. 7 Days такая модификация была, помнишь? Mm-hmm. Не, ну понятное дело, я имею в виду, что... О, как это у меня так получилось? Смотри, пока я... Ну-ка. А нет, это просто что-то... А, ну да, у меня бы все перекинулось. А как я так сделал? Я сделал... Ща. А, слушай. А, Ксюш! Контрол работает, смотри! Да не контрол, мне бы какую-нибудь R-ку. Оказывается. Ну блин, конечно, это плиты. Чё у меня пишется со здоровьем-то? Чего оно моргает? Здоровье своё моргает у меня. Хотя оно, ну, не уменьшается, все нормально, просто оно моргает. Увеличивается, прибавляется, увеличивается, прибавляется? Нет, оно не меняется. А... А, не знаю. Как тебя от этого салат латук испорчено. Блин. Это был у нас? Да, салат с фруктами испорчено. Ну, ладно, я испорченный салат с фруктами съем. Пока он совсем не каюкнулся. Ну-ка, что там? Проявление скуки, цвет настроения, фигня. Суп из фруктов. Пока ничего. Но он из-за того, что спортсмен, у меня скука и настроение. Конечно. Ему стало скучно от того, что он съел что-то... А вот помнишь, у нас недавно молоко испорчено было последнее? Как у нас испортилось настроение? Настроение, но нам не стало скучно. Нам стало очень весело. И обидно. Прикинь, что здесь это идиотское спанье было бы. О-о-о. Вообще, блин, блин. Я понял, как выделять. Че, ну эти shift, control, вот это как работает. Ну, как в Индии. Тоже, допустим, вот выделил так, shift нажимаешь, хоп, и он вот эту часть выделяет. Ну, как в Индии, блин, в окне. Да. Естественно.
Тебе еще там много читать? Нет, 10 листов. 7. Вот у меня есть ключ от такси, ключ от Masters of Horizon, короче, Шевроле, какой-то там, чего-то там. Надо теперь их найти, только я помню, что один там на стоянке какой-то. Тебе найти тачку, для которой ключи есть? Да, найди. Иди искать. Блин, почему у меня ХП моргает? Что это значит? Ну, может, это лайфбар так. Ну, раньше ж так не было. Блин, вот это как этот, как полет Валькирия. Этот музыку знаешь же, да? Да. Мусорный пакет с мусорным пакетом. Моя работа, наверное. Так, здесь были, здесь были. Блин, чувак, ну ладно, я тебя так убью. Ладно, у вас уже много. Хорошо, здесь можно на ходу брать в руки вещи. Выживешь? Угу. Есть чем перемотаться? Нет. Дальше так. Так и хочется порыться в этом мусоре, который текстурка лежит. Блин. Да. Укус? Ну, нет, царапина. Фига себе, опасно было.
Или полет шмеля. Музыка. Отбеливатель можно выпить, но несчастье дает 99%. Да, я тебе сам еще... Я не помню просто. До того, как мы начали играть, сказал. Я только сейчас обратил внимание. Я, видимо, полуха. Что нас видимо в дворе делает? Фонарик. Вытащи батарейки. Сам фонарик нам не нужен. Дома есть. Пустенько вырос, но я не буду её собирать пока. Угу. А то холодно со мной. Сорняки вижу! Где? А, это сорняки прям? Ну, тут трава, типа, вырвать траву. Есть. У тебя хоть чуть-чуть прокачалось этот фермерство, кстати? Навыки. Фермерство. Да, это, походу, благодаря поливке пестицидами. Прокачалась немножко. О, костер потух, как? Какого хрен? Только что? Нет, он просто потух. Почему? Давай топливо. Давай сжечь. Вот, таким образом, блин, все спички закончатся. Блять, он перестает гореть. Не понимаю почему. Может, слишком мало топлива? И чё, блять, все бревна тратить твои? Отвертка, наконец-то, отвертка! Да, у меня все нормально. Я, ну, скушал эту. Как бы настроение чуть ухудшилось, но все остальное замечательно.
блядь, уже заражение пошло. У тебя? Да. Там эту дезинфицирующую салфетку приложи. Угу. И... дезинфицировать спиртовой салфеткой. И перемотайся. Все. Я в этом бреду последний дом залутал. Угу. Прям все оттуда выгреб? Ну прям, ну кроме ножей, вилок. Вот смотри. Вот прям вот эти все ломаты выглядят, да? Да. Вот так вот. Хорошо. Можно на карте рисовать. Иду очень-очень медленно. А чё грязный бинт, как его постирать или что с ним? Да, его постирать. Я не знаю, чем от тряпки отличает. Он может дольше пропитывается. А, может быть, да. Здесь хорошо, что когда на шифте идешь, ты в принципе, ну, немного шума издаешь. Зачем? Зачем? Чем хорошо, что ты шум издаешь? Наоборот, хорошо, что не издаешь. Mm. Ну просто я сказал, что хорошо, что на шифте ты издаешь шум. Не, я тебя послушалась. Нет, ты сказал, хорошо, что когда идешь на шифте, издаешь немного шума. Ну ладно. Суть в том, что я. А? Ну пересмотри. Да не важно. Суть в том, что не то, что как бы я там говорил, не говорил, то, что я имел в виду в этом случае, что. Здесь же shift — это бег. Если ты очень сильно нагруженный, ты можешь все равно шифтаться, у тебя будет из медленного шага быстрый шаг. В этом случае быстрый шаг не будет считаться бегом. Вот. Шифтовым имеется в виду. Я просто сейчас шел, и прям у меня передо мной зомби толпа штук 6-7 возникла. И они на меня не сагрились, потому что я шел на шифте, а не бежал. Как же он долго растет, все. Ценой своей хпшечки пощу все, что можно. Чистую одежду, еду. Что у вас здесь в огромном доме? Вот в этом. Что там? Сбегай туда пока. Я там мимо пробегал, но, скажем так, в тот момент мне было не до того. Для биты с гвоздями. Блин, ты, короче, сейчас все гвозди на... Ну да, на починку биты. Ты знаешь, какая классная? Крестовой ключ. Бери. Для тачки нужен будет. Ты можешь в нее сесть, кстати? Нет. В этом? А, в этот дом пока не пойду. Хочу посмотреть, что это такое. А, она еще и за забором. Не могу перелезть. Типа вход. А, блин, забор, охренеть. Thank you.
Я думаю, игра хардкорная. Нет, тут, короче, за огромным забором мне... А, наверное, там попасть можно, здесь, через дорогу. Но на самом деле эта игра хардкорная. Не. Мне кажется, Dunstorf хардкорный. Тяжелее. Там быстрее умираешь. Там вообще ошибок почти не прощают. Даже если ты параметры сервера своего мира выкрутишь на максимум, все равно это тебе особо не поможет. Здание — это школа. А. Я мимо него пробегал, тоже так посмотрел, ай, блин, это школа, и вышел из него. Потому что я в этот момент искал больницу. Блядь, дура ебаная, тупая овца. Залезла? Манда, дебилоидная, да. Да, блядь, я встала возле двери, а она в окно залезла. Бля, ебанут, надеюсь, она подохнет. Игра не хардкорная, не прощает ошибок. Да, блять, это не моя вина, блять, кривой игры. Я встала возле двери, нажала Ешку. Эта дура, она телепортнулась к окошку, блять, и залезла в него. Мандавошка, блядь, сраная. Суицидница. Проблема не от зомби, блять, а от стекол больше. Есть такое. Чё зеваешь, спать хочешь? Нет. Куда тебе ключ крестовой? Тут кинь в угловой. Что такое угловой? Ну где лежат все... Пакет с пакетами? Нет, угловой столик. Шкафчик. Ну ты уголком. Говори. Сколько в коробке гвоздей и гвоздей? Не знаю. Принять витаминку. Зачем? Ты устал? Витаминки только от усталости здесь. Нахер ты сожрал ее? Ну да, у меня умеренное напряжение. Тут не усталость. Усталость, когда человек спать хочет, а мы отключили спанье. Увидел напряжение. Вот легкие справа. У боль? Меня у тебя белая полоска полная? Да. А у меня нет, у меня половина. У меня просто. Так она должна падать или набираться? Не падать. Понимаю.
Ну, в плане того, что полный, это хорошо. Пустая, плохо. Здесь, в принципе, все. А, нет, кроме усталости и скуки. Все остальное. Ну, более-менее хорошо. Дождь такой, ну блин, вы охренели столько мисок, кастрюль, блин, на улицу вытащить. Не будет вам дождя. Чё зеваешь? Вот тебе скучно было. В плане не успела. Ну, блин, зомби меня покосил. Ну, тачку дальше искать. Что у нас там полный шкаф? Разводной ключ. О-о-о. Это ты сейчас где? Просто тачки, а, да. Понял. Я имею в виду, где ловишь. А-а-а, вон рядом. Да, увидел. Кукла. Зачем? Блин, зомби, наверное, тоже прикольно, еще в карманах бывает. Томат испорченный, батук испорченный. О, горчица, банан, ветчина. Лукана, кепчук, мазик. Пакет с пакетами. Пакет с пакетами.
Так, попробую строить дальше. Пила. Пила? Пила. Блин, что это такое? Она знаешь, где была? Где? Вот в этом доме, блядь. Я молчу. Домкрат, газовый резак, желтая краска. Так, а нам нужно тут каким-нибудь. Ну, логично, в принципе, ходить. Так, что здесь не так? Чего здесь построить могу? Почему не могу построить? Ага. Бревна одного не было.
Читаю, ну ладно. Я могу пилу и арбуз разрезать. Зачем? Режу арбуз. Ломтики арбуза 10. Пилу тоже в угловую отпушь ногу? Да. Проволоку туда? Туда же? Да. Разводной ключ туда же? Туда же. Домкрат туда же? Да. Батарейка. Батарейка в комнату со столом на пол. Туда же и краски, что-то, которые на стене требуются, малярная кисть. Туда же краску закину, там у меня малярная кисть. Чтобы покрасить, что штукатурить. У меня есть куча. У меня просто куча ингредиентов свежих, которые могут пропасть. Блин, у меня куча крышек, а пустых банок только одна. Попробую сейчас замаринадить что-нибудь. Законсервировать. А, консервировать только что-то одно. Капуста. Это в игре? Да. А где? А, ты про бибику? Не знаю, что. Вроде законсервировала. Свежая, сырое, блядь, что дальше с ней делать? И как долго она будет свежей и сырой? Наверное, поставь, пусть консервируется. Да, поставь. Ну, не знаю, положи в какую-нибудь коробку пока. Короче, что я могу сделать из, ну, построить без хотя бы первого строительства, то есть нулевым строительством, это стена из мешков, грая, то есть, ну, такой вот. Счастье и голод. Крест еще могу сделать. Ты далеко от дома? Нет, я прям рядом за тебя. Тебе не дай кипятиться. Через пару минут.
Там нормальная такая еда. Голод 50, скука 20, несчастье 35. Отлично. Мне как раз там. Забирай. Бегу, забираю. Лев полностью. И чё? Вот, всё. Чуть долго глотал. И долго всё. Ел. Звук прошел, а он еще ел. Да, я видел. Там сразу так... Бдыщ. И всё бомбануло. Теми, да блин, факел на стену повесить бы. Ага. Знаешь, почему она мигает? Mm-hmm. Вот это то зеленое, то желтое становится. Это значит, что она то уменьшается хп, то прибавляет. Mm-hmm. Ну ты говоришь, что у тебя хп иногда мигало, да? Ну ладно, сейчас мигает. Ну вот. Блин, вся капуста выросла, а все остальное не хочет расти. А ты ж вроде позже посадила. Все, у меня бревна закончились. Я загорелся, прикинь! Смотри, смотри, смотри! Одежда. Снять. Все, я потух. Есть ожоги, есть ожоги. Очистить ожог рваной тряпкой. Я просто встал такой на костер, ну, погреться немножко. Так нахера на костер-то остановиться, блин? Боль. Надо обезболивающее. Чувствуется слабая боль, незначительная боль. Еще одну. Все.
Ага, пробежал, короче, стал незначительная боль. О, боль. Как тащу на себе это бревна. Сразу боль. Могу двумя ломиками в руках ходить, типа двуручное оружие. По-македонски, ну в теории ты взять их можешь, только я не знаю, как это будет. Оно вообще работает такая тема. Будем смотреть на состояние. Вот тебе такого монстра найти. Что мне дает кулинария очко? Ну ладно, допустим, апну. Ой, у меня сейчас скоро второго могу апну. То есть, в принципе, пока там плюсик, все равно, ну, оно качается. Опыт не теряется, да. Нет, что-то ломики не работают, как понял. Нет такого приема, как двойного лома. Вот, нашла тачку, от которой у меня ключ есть. Как ты поняла? Потому что у меня нарисован на башке ключ. Mm-hmm. Попробуй сесть в нее, может быть, ее можно будет завести. Бензин, посмотри. Как и... О, поехала. Давай, я тебя жду, садись. Сейчас сезон безбегутся, блин. Бензин. У нее... прям чуть-чуть бензина осталось. Можно включить фары. Главное, не бибик мне. Угу. Отопитель. Багажник открыт. Багажник заперт. Сейчас, так, ты где? Ага, я понял. Скорость, а это что? Ты... Где? А, это передача. Текущая передача. Это, по-моему, не передача. А, вот это? Выбор, аккумулятор, блокировка дверей. Что, аккумулятор? Замок зажигания. Ладно, я, короче, я так... Сейчас, подожди, стой, я же почти прибежал. Стой, не шевелись, а то еще меня собьешь. Есть с другой стороны. Угу. Открой дверь. О, у меня открыто. Все? Все. У меня были открыты. Постой. А, да, все. Мы вместе едем. Ой!
Надо резко на вторую переключать. А, нет, это притормози, притормози, сейчас разобьешься, это там. Да я вижу, куда она вообще. Пригони ее. В дом? Да. Скорая тачка. Сейчас все зомби, все кружат, прыгают. Посмотри. Не тачка, это скорая. Так, где тут дом? Да, по этой дороге. Просто по этой дороге езжай. Прямо. Все, ноль бензина. Теори. Нет, она просто заглохла у тебя. У нее просто бензин нет. Нет, нет. Это он тебя заглох просто. Я не туда повернула. Я уже понял. Да мне неудобно, блин, это инвертированное управление. Это не инвертированное. Нет, когда вниз едешь, немножко инвертируется, получается. Не тормози. Налево. Это ты по трубам едешь. Шифтоваться можно? Нет. Все, тормози. Можно я припарковать? Спасибо. Ты уже припарковал, спросил. Еще. Параллельная парковка. Смотри, красота, просто божественный водитель. Потом будешь кто поставил? Что ты сделал? Я ничего, я даже выйти не успел. What the fuck? Что произошло? Сейчас посмотрю, что произошло. Моя машинка! Что это за машина вообще? Значит, фары разбиты, капот. Как? А почему я из нее вышла, прошла 3 метра, и она так... такая, левый тыщ... габаритный фонарь разбила. Да, она не насрать. Почему? Общее состояние 50%. Кстати, ты ее заглушить забыла. Да, заглуши. Че? Сможешь в нее сесть? Ключ зажигания в ней остался, можешь забрать его. Дарю машину. Пойду еще одну найду. У меня есть еще ключи от такси и какой-то срань. Так это надо днем искать. Ладно, потом. А сколько у нее вес в багажнике? Ну-ка. Сколько? 50, наверное? 50, да. Тут, мне кажется, максимально это 50. 5 бревен всего лишь в нее можно положить. Ну смотри, 2 в карман, 5 в нее. Не, даже 3 в карман, 5 в нее. Итого все собрал. Давай паузу сделаем. Паузу? Давай. Че, убью монстра. Не буду убивать. Лучше так. Лучше домой прибеги. Че, секунду. Журнал заберу. Все, выхожу. Да лучше приди. Да и нет, выход.